Еще нет снега и льда. Сезон хоккеистов уже начался. Команда «Черемшан» показала хороший результат на Кубке России. Спортсмены взяли серебро. В прошлом году команда дошла только до 4-го места. Такому рывку вперед поспособствовали новые игроки хоккейной команды. Ульяновские ребята, которые были на просмотре в первой в нашей главной команде «Волга», ну и которые по тем или иным причинам не подошли туда и не усилили нашу команду.